по всей видимости, это салатик. Ребята, мы пришли на обед. Это длинная кабуль. А мы не писали. Картофель с сорбом. На вторую часть суда есть подробное лучшее устройство, помогает нам переманивание. Управление дистанционно происходит автоматически руки. Мы задаем режим, который нам надо, вперед или назад, в зависимости от удовольствия. Судооборудованная система GPS глава, что позволяет с помощью главной карты определить объекты, которые находятся над водой. Это берега, острова, буи. Правый курс у нас для связи, находится дорога освещения судна и продуктовал. По помещению другому знаю. Другой Москвы. Они также знаки. Мой слайд. Сегодня вечером 20-50 подряд. Еще вопрос. Вы сейчас проходили, и да. Стоит платный спасательный. Они еще рассчитаны на добротные условия. Так что всем с лишним. Оказывается, на нашем теплоходе Алла еще есть наши друзья. Да. Может быть, еще есть, да, но да, они да. Совсем сильно прячутся, да. Повторю. Да. Ну, капитан очень пристально смотрел, Алла, на тебя прямо, я не знаю, влюбленными глазами. Чтобы я ничего не тронул. В этом плане думаешь? Да.
А вам какие больше фильмы нравятся наши? Ой, а я все ваши фильмы. Вообще начала смотреть вас с пандемии. Так. Да, по России, потом когда мы там прикалываемся. Ну, мы, в принципе, постоянно прикалываемся. И Минводу смотрела у вас, и теплоходы. А вы два канала смотрите или один? Ну, там есть онлайн у нас. Нет, у вас есть, да, у вас есть влоги, а есть такие уже фильмы. Да, да, да. Все смотрю, да. Я помню, как вас украли канал, вы восстанавливали его. Это было печальное до слез. Да, это обидно. Нет, приятно, и приятно вас смотреть. Да, это слушать приятные о нас. Спасибо, спасибо большое. Как вас зовут? Елена. Елена, кому привет будем передавать? Ну, давайте родителям, да, они у нас тоже теперь путешествуют на теплоходах. 10-го ушли в Питер. Вот. Да. Не только мы одни. Нет, а то все думают, да, что мы одни. Как мы одни, а это кто тут все? Мы тоже пенсионеры. Мы в пандемии пенсионеров своих подсадили. Они теперь путешествуют гораздо больше нас. Да, сейчас ушли в Питер. Летом смотрят Астрахань, на осень уже мама что-то нашла. В общем, пенсионеры путешествуют. Да, путешествуют. Работающие пенсионеры. Да. Спасибо Пенсионному фонду России. Ну, спасибо вам, что подошли, не постеснялись. Удачного вам путешествия. И на этом не останавливайтесь. Да. Да. И не уходите далеко. У нас на днях начинается новое путешествие. Да, буквально через 2 дня. Да? Да. Мне кажется, вы вообще приезжаете, приезжаете тут. Не, мы покушаем, да, побреемся и опять, да. Хорошо-то вы, ребята, а? Палатка, хороший берег. Пузырики, шампанское это на фоне тельняшки. Можно не пить, да? Нет, мы выпьем. Но на фоне тельняшки я еще, кстати, не снимал. Только созрелись. Оля, подожди, Оля, какое шампанское больше всего любишь? Так, Алла. Алла, то, которое я наливаю. Вот это хороший ответ русской женщины. Дорогие друзья, на каждом теплоходе существуют специальные сотрудники, аниматоры, которые занимаются с детьми. Вот здесь на теплоходе, например, у нас 22 ребенка, и с ними занимаются. И, как видите, они увлечены, никто их не заставляет. Какие-то игры, что-то они там режут, вырезают, играют в какие-то квесты. В общем, дети заняты, родители про них Мы были здесь, стояли вот здесь на берегу.
Итак, дорогие друзья, ужин. На ужин у нас Ал. Закат. Закат, компот и салат. Все в одной цветовой гамме. Вечера мы идем по каналу имени Москвы. Друзья, время около 7 утра. Мы уже идем где-то на подступах к Москве. Ну, точно уже по Московской области. Уже вчера ночью мы зашли в канал имени. Судя по ширине, это какое-то водохранилище, может, даже Клязьминское.
хорошая солнечная погода сегодня. И от этого душа радуется еще больше. Она и так просто радуется от всей этой красоты. А когда солнышко, то дважды радуется. Я сегодня встал, как всегда, 4:30 утра, смонтировал фильм о городе Тверь. А потом следующий фильм, который я сейчас начинаю монтировать, будет посвящен дороге, обратной дороге Тверь-Москва. Ну, наверное, сегодня вечером он уже выйдет. Сегодня вечером 12 июня. Слышно вам, как птица поет? Заглушая шум моторов нашего теплохода. Прислушайтесь. А вот и звездочка моя проснулась, маленькая принцесса. Проснулась! Какая красота, ребят! Какая красота! Просто заканчивается круиз, а так не хочется. Особенно в конце круиза, каждого круиза, начинаешь понимать, а как же он был хорош. Вот она, Соня Масоня. Ну, спать хотела, спать хотела. До спать ночи будем же. Дома. Концерты до ночи. До... Как прекрасен этот мир. Посмотри. Да, прекрасен, прекрасен. Кто вот так вот, как сейчас вот Алла стоит, не стоял на теплоходе, не смотрел на воду, на... проходящие мимо леса, деревушки, храмы, города. Теплоходики. Тот, теплоходики, катера, рыбаков. Тот не может говорить: ой, а что там делать на теплоходе, там так скучно. Вот если не стояли, не говорите, пожалуйста, ради бога. Сходите, попробуйте. Сходите, обязательно. Как может быть скучно вот от такой картины? Вот просто картина. Да вы не можете не ходить ни на один концерт. Не на какие-то игры, какие-то лото и так далее. Да не надо вам это. Встаньте вот так вот и стойте. Плохо, тяжело стоять? Сядьте. Посидите. Доброе утро! С праздником! С праздником всех! С праздником! Володя, а вот наша молодость. Наша молодость. С палаткой поедем, а? Наша молодость, она будет скоро. Мы пока еще дети. Все говорят, что мы еще дети. Диана, доброе утро. Доброе утро. С праздником вас. С праздником, Днем России. Скажите, пожалуйста, вот мне привлекло внимание
вот этот код, написано 10 тысяч бонусных баллов. Это такое огромное количество или это, может быть, так кажется? Нет, это на самом деле 10 бонусов равняется к одному рублю. Итого у вас скидка будет равна 1000 рублей. Но в чем преимущество? Предварительная заявка, это дает возможность вам персональный подбор. Вам звонит менеджер персональный, подбирает непосредственно то, что вы здесь указываете. По желанию к подбору вы можете написать, хочу в 25-м году попасть на Байкал. Даже определенно написать теплоходы. А как можно на Байкал из Москвы попасть? У нас есть теплоходы, которые ходят в том направлении. Прямо из Москвы на Байкал? Нет, конечно же, они отправляются не из Москвы. Вы отъезжаете до определенного пункта, и оттуда вы уже едете с нами в круиз. Также можете написать точное время, когда вам позвонить, чтобы вам не названивали, не задавали вас звонками. Вы пишете, например, «Соедините со мной в сентябре» или, например, «В августе». Понятно. Так? А если, например, мужчина холостой, ну, к примеру, я-то женат, ну, конечно, да, холостой, да, он пишет, вот, хочу жениться, пришлите мне, пожалуйста, менеджера симпатичного, рост 1,72 м, не пройдет? Ну, знаете как, я думаю, что надо просто оказаться и попасть... К нужному человеку, да. Попасть просто в круиз, а здесь очень много бывает одиноких дам. И как раз таки девушек, такая романтика. Да. Он идет по палубе, она идет по палубе, вечер, закат. Столкнулись. Да, и вот она новая пара. Здрасте, вот она новая пара, да. Дальнейшие круизы будут совместные уже. Диана, огромное вам спасибо. Пусть маленький принц принесет счастье нам всем. Спасибо, до новых встреч. Спасибо, что выбираете нашу прекрасную компанию «Созвездие». Интервью, я... Нет, да. Ирина, да. Да, мы вот с Аллой случайно, абсолютно случайно познакомились. Случайности с прекрасной... не бывает? Да, вот, это как раз продолжение «Маленького принца», да, это так просто все не бывает, да. Это мы все под звездами, у каждого своя звезда. И случайно познакомились, случайно и не случайно, познакомились, да, с Ириной, да, с очень обаятельной женщиной, которой мы вдруг в течение 3 секунд, перекинувшись сразу, поняли, что мы близки, да, близкие по духу. Ирина, у вас большой опыт жизни, чуть-чуть больше нашего. Что бы вы хотели нам сказать, нам пожелать? Ну, во-первых, выработалась идея собственной религии, которая называется равновесие. Вот это кажется самым главным. Ну, если веришь, что равновесие существует, то жить легче. То есть у всего есть своя цена, и вот в этом спектре ценностей благодарность за то, что мы имеем, очень-очень важный элемент. То есть у нас очень много есть за что благодарить, наше шикарное, бесплатное. То есть я много лет прожила в другой стране, и сейчас я действительно, у меня острое чувство благодарности нашей стране. То есть наше бесплатное образование, наши хорошо воспитанные, хорошо ухоженные, хорошо постриженные детишки. У нас огромный потенциал. Вот. Чуть-чуть добавлю, самые красивые женщины у нас. Да? Да? Да, ну, наверное, да, мне трудно судить. Вот, ну, просто я хочу выразить все. Ребят, давайте ценить то, что мы имеем, и в смысле природных ресурсов. Есть же такое понятие «русский характер». И по сравнению со всякими другими характерами, он замечательный. У нас есть внутреннее благородство, у нас есть понятие о хорошем и плохом. Вот. И, в общем, давай, ну, вот, кажется, что будущее здесь, и оно замечательное. То есть вы вернулись в свой дом? Можно, да, ну, и причем осталось чувство вины, потому что мы уехали из этого дома, когда он был полностью разрушен, и мы вернулись в необыкновенно красивый город, лучший в мире город, к необыкновенно красивым, благородным,
людям. В общем, все замечательно, и давайте вместе двигаться дальше. Да. Да. Ирина, огромное спасибо вам за эти слова. Извините, пожалуйста, самая большая ценность, которую мы имеем, это наши дети. Это возможность, это шанс сделать лучше, чем мы смогли сделать. И вот еще одну секундочку. Мне 74 года. Нашим родителям выиграли войну и оставили нам страну в очень хорошем состоянии. У нас было все. Мы жили хорошо. Не было там ничего лишнего, но все, что было для того, чтобы быть счастливым, было. То есть мое поколение в ответственности за то, что мы нашим детям оставляем страну в худшем состоянии, чем мы получили от наших родителей. И надо это исправлять. И надо понимать, что мы поставили перед детьми очень трудную задачу, и всем, чем можем, им помогать. Ирина, что знаменательно, что правильно сегодняшняя дата и ваше интервью, они случайно, не случайно совпали. Вы совершенно правы, да. И вас тоже всех с праздником. С праздником, спасибо всем вам. Всем удачи. Дорогие друзья, наш теплоход «Маленький принц» прибывает на планету Северный речной вокзал. Хорошая эта планета или нет, каждому решать сам, самому, но нам нравится на этой планете. С этой планеты мы отправлялись в путешествие к многим другим планетам. Я думаю, что это не последний раз. До свидания, теплоход «Маленький принц», до свидания, планета «Маленький принц». А мы отправляемся на планету Земля, планету Москва, нас ждут новые путешествия. Все прошло замечательно. Мы хотим поблагодарить компанию «Круг Лаб». Вы нас попросили проверить эту компанию, сможет ли она организовать не только зарубежные круизы на огромных 20-этажных лайнерах по Средиземному морю, а вот справятся ли они с Россией, с матушкой? Справились. Все было замечательно, мы очень довольны. Мы, конечно, мало, но мы сменили картинку, мы поменяли какую-то ориентацию в жизни, мы о чем-то подумали, мы перечитали произведение «Маленький принц» и решили подкорректировать где-то какие-то свои ошибки, и вам советуем перечитать очень внимательно, вместе с детьми, без детей, сами прочитать эту сказку, и вы обнаружите огромное количество полезностей. Итак, Круг Лаб, спасибо вам, спасибо «Маленькому принцу», спасибо компании «Созвездие», спасибо России, сегодня День России, за великолепную возможность путешествовать по Волге, реке, по рекам, по озерам России. Не уходите далеко, будьте с нами, наше путешествие продолжается. Впереди много будет интересного.
Алла, быстрее, нас ждут новые путешествия. Нас ждет самолет уже, Алла. Самолет уже ждет, уже фурчит моторами, колеса протирает. Хочу. Спасибо властям, руководству, которые сделали потрясающую работу, провели в парке, в сквере вокруг Северного речного вокзала. Здесь такая красота сейчас, ребят. Просто можно приехать, погулять по этому парку. И белочки, и фонтаны, и огромное количество кафе, ресторанов. Ну а самое главное, это белые пароходы, которые проходят мимо. Посмотреть, поностальгировать, и вдруг вам захочется. Ха-ха. Тогда обязательно Алла кричит «захочется». И тогда обращайтесь к нам, и мы вместе куда-нибудь поедем. Алла, я же не умею бегать задом наперед. У меня коленки так не разворачиваются. Мусенька, пожалуйста. Она у нас оставалась с хорошими людьми, да. Которые тихо, за ней что-то, ухаживают. Что-то говорит, тихо. Что ты говоришь? Не, сегодня мы никуда не уедем. А завтра, завтра тоже не уедем, обещаю, Муся. Когда? Послезавтра, видишь ли, Муся, у нас еще есть силы на новые путешествия. Мусенька, лето же у нас. Коты должны путешествовать. Дорогие друзья, берегите друг друга, любите друг друга. И наши кошечки, собачки, хомячки, птички, это наши все младшие друзья. А мы в ответе за тех, кого мы приручили. Да. Мусенька, да. Нет, мы тебя не так не оставим. Ты что? Да. Все, давай ей вкусняшку ее любимую. Пойдем рыбку. Примерно 2.5 часа мы добирались домой. Нет, не домой. В наш маленький рай. Да. Всего 2.5 часа, и мы в своем маленьком раю. Прошло минут 20-30. Прозвучала команда. На обед! Алла уже все приготовила. Все приготовила. Как она это сделала, я не знаю. Для меня это всегда загадка. Угу. Да, ну, не будем отгадывать эту загадку. Просто скажем нашей Аллочке большое спасибо. Приятного аппетита мне. Приятного аппетита вам всем. Не уходите далеко. Вот начнется новое. Интересное путешествие. Не замучили вас еще? Да нет, ну тут же так все просто. Хочешь, смотришь, хочешь, не смотришь. Поэтому, дорогие друзья, до новых встреч. До новых путешествий.